Привет, пацаны, у нас время охренительных историй. Сегодня хочу сделать два полезных дела для общества. Рассказать, как готовится картошечка со свининой в духовочке. И рассказать историю армейскую о Сергее Михайлове. Как он, значит, провел время потрясающе со своей супругой. У меня греется духовка, уже разогрелась. Тут у меня картошечка мелко нарезанная с луком, с морковкой и свининой. Все это порезано так, чтобы было удобно класть в рот вилочкой и жевать. Я это все смешал с добавлением масла подсолнечного чуть-чуть и соевого соуса. И это все готово, чтобы отправиться в духовку, и я поем и пойду на тренировку. Вот. Теперь полезная история, поучительная, интересная, такая философская. Был такой у меня сослуживец Сергей Михайлов из города-героя Боготол, Кемеровской области, по-моему. Служили мы во времена Советского Союза, был 1988 год. И июль месяц нас призвали. Было ему очень тяжело. Был он такой немножко тормознутый, немножко мягкий, не дерзкий. Но добрый парень, ленивый. В общем, обычный русский мужик. Вот. И тяжело было почему? Потому что выхватывал он там постоянно удары, дюли, в общем, от старослужащих. И они его постоянно чем-то озадачивали. Ну, в общем, обычная история. Первые там полгода таким ребятам приходится сложно. Вот. И, значит, в разгар, значит, этой всей вакханалии армейской, когда он был духом, в ноябре месяце приезжает в гости к нему на побывку супруга. В город Приозерск, Казахская ССР, воинская часть 83-404. Вот. Дает ему командование отпуск 3 года для того, чтобы он провел время с супругой своей. Они снимают гостиницу. И по приходу в номер он, переодеваясь в гражданскую одежду, которую привезла ему жена, обнаруживает там послание от своих товарищей боготольских, которым они сообщают, что супруга ведет себя непотребно, вступает в беспорядочные половые связи, в общем, изменяет Сереге. Серега не стал предпринимать кардинальных мер решительных, не стал выяснять ни отношений, ни поломал ей лицо. Спокойно провел 3 дня, попользовался, значит, супругой в законном порядке, поел, попил, отдохнул от тяготы лишений службы армейской и, значит, только к концу отпуска трехдневного послал ее на юг, и, значит, они там развелись. Не знаю, сразу там как-то это было, там или там процесс отшел. В общем, он принял четкое решение, однозначное, и, значит, довел до сведения жены, и назвал все своими именами. Вот. Пришел, естественно, в роту, и, соответственно, я узнал об этом, и сейчас вам об этом рассказываю. Вот такая вот история. Вот. Мои впечатления первоначальные, когда я узнал об этом, были такие. Я посмеялся и говорил, что Михалыч очень хитрый крендель. Вот, что все это потерпел, не стал кардинально что-то делать. Сразу же. Вот. Такой, значит, хитрый. Сейчас у меня другое восприятие этого вопроса.
И много тут можно всяких философских выводов таких сделать. Вот как, что вам пришло на ум из этой истории? Понравился ли вам этот формат? Как он зайдет, мне интересно. Вот. Такие вот рассказы от Романа Геннадьевича. Вот. А я сейчас разогретую духовочку ставлю картошечку со свининкой и готовлюсь к тренировочке. Вам всем, дорогие друзья, подписчики и тем, кто зашел на канал, желаю здоровья, думать головой, а не жопой. Ставите лайки, делитесь видео. Ходите на тренировки. Ну и будьте счастливы.